Чего, Лошадкин? Что скажешь? Поехали! Друзья мои, всем привет, с вами Кентавр, это игра This Land Is My Land, и мы ее, конечно же, продолжаем. У нас есть очень много дел, незаконченных дел. Как вы заметили, здесь я убил немножко этих зайчик, короче, добыл зайчатину. И пошли-ка мы, знаете, куда? В тот форт, который у нас, ну я не знаю, это еще не можно, нельзя называть эти вот наши строения, что ли, фортами. Но наше поселение, скажем так, поехали туда, там 500 метров вроде надо ехать, для того, чтобы глянуть, почему у них нет места в лагере. То есть там 4 человека из 3. Лагерь позволяет держать там 3 человека, а там появилась еще 4. Очень интересный факт еще тот, что игра вышла в Стиме. Это тоже вот такой важный момент. И сказал бы я вам, игрулька сейчас довольно дорогая. Я не знаю, почему вот разработчики сделали такую дорогую цену. Это слишком, но это мое мнение, как бы, слишком дорого. Я понимаю, что игру как бы сравнивать с Red Dead Redemption не надо. И все в таком роде. Но все-таки, друзья мои, блин, Red Dead Redemption, если даже сравнивать, да, есть и такие люди. Блин, ну она полностью полноценная, готовая из, не знаю, там, у нее там намного больше этих возможностей, чем в том же This Land Is My Land. Плюс к тому, там графа круче, скажем, прям напрямую, так как оно есть. И вот эта вот игра в Стиме, у меня, по крайней мере, в европейском регионе, в Германии, скажем, да, она оценивается в 30 евро. Погоди, в 39,99, в 40 евро. Ты понимаешь? 40 евро в Стиме, она вышла в Стиме, это понятно. И 40 евро для нее... Но мне кажется, перебор. Вообще перебор. Во-первых, мне кажется, игра еще в раннем доступе, это первое. И второе, как бы 40 евро для такого продукта, это слишком много. Потому что тот же Red Dead Redemption, мне кажется, я за него дал тоже или 45, или 50, я уже не помню. Но факт в том, что, блин, нельзя сравнить их. Но тем самым нельзя сравнить такие цены, сравнивать. Так, что у нас здесь? У нас здесь 3 человека, 4-й и почему-то 5-й здесь есть. Давайте посмотрим на карту. Мы находимся сейчас. Находимся вот здесь, в этом вот Викемис, короче, да. У нас тут 3 человека из 4. Короче, один просто отошел. Нам нужно апгрейднуть этот кэмп. Лагерь. Для этого нужна веревка, 10 штук. Дерево вроде есть и борпелт. Где у нас еще лагеря есть? Лагеря у нас есть вот здесь. Борпелт у нас пока что нет. Это кабанчик. Если честно, я в игре еще кабанчика еще не видел. Серьезно. Вообще кабанов я здесь не встречал. Есть лошади, есть олени, есть зайчики. Но вот кабанов нифига, блин, я не замечал. Так, секундочку, там кто? Это камень или это зайчонок? А ну-ка, зайчонок, нам тут как бы мясо надо. Да, это камень. Это камни. Так что давай я сейчас решу проблему с этим сборпелтом. Мне кажется, они не охотятся сейчас на кабанов. Вот здесь я поставил как бы ордер. Приказ на охоту на кабанов. Но они этого не делают, потому что у них нет, скорее всего, оружия. А я бы вам сказал, это 100%. Мы сейчас, кстати, научились сделать хорошее оружие. То есть у нас есть... как его, охотничий лук. Был обычный лук деревянный, а сейчас появился охотничий лук. Он у нас стоит 5 дровишек и 2 синью написано, да? Дрова вроде везде есть, сейчас глянем. Дрова и синью у нас в принципе есть. Так что я могу много этого всего говнеца сделать. Поэтому нам нужно отсюда, из этого вот лагеря, перенести... А что переносить-то? У них вообще оружие есть? Погоди-ка, это что такое? Атак. Короче, из этого большого, из лэг ноепак, я возьму этот синю себе, пару штук. Могу взять, конечно же, нажав на shift больше, но возьму чуть-чуть. Мне больше, мне много как бы не надо. Возьму, наверное, там штук 20 в себе. И потом эти вот 20 штук я, наверное, выгружу в этот лагерь. У них есть дерево, вижу, 72 штуки. И сделаем лук. Так как я нахожусь очень близко к этому лагерю, я могу прям из своего инвентаря, меня как бы называют здесь Кентук, потому что так пришлось мне просто выбрать свое имя. И отдаем все это вот говнецо вот с шифтом. Работает? Да, с шифтом полностью все в этот вот лагерь. Сейчас посмотрим, сработало.
Да, синюю 20 штук и дерево 72 штуки. В этом лагере сколько людей? 4 вориора и 3, ну, 4 воина и 3 лошадки. Значит, кстати, даже отдавать даже не надо было, потому что, где у них там этот лут? Давайте глянем. Ганпаудер, это мне не надо. Дерево есть, флекс есть, синю где-то снизу был, да, есть. А могу ли я скрафтить, будучи вот здесь рядышком? Сейчас. Hunter's Bow? Нет, все-таки надо брать все это себе. Хорошо, будем знать. Дровишка, забираем, короче, все. Потом я все верну обратно. Мне все это вот добрецо мне вообще не надо. Поэтому... Сейчас, где-то синю был. Тоже забираем весь себе. И сейчас, смотри, я нажму на крафт. Вроде все есть, ресурсы есть. И делаем Hunter's Bow. Хороший лук. Так, в смысле create objective? Не-не-не-не-не, cancel. Я хочу сам сделать, сам, потому что мне нужно скиллпоинты. Скиллпоинты даются вроде бы только если сам делаешь. Да, крафт, Hunter's Bow. Здесь что нету? А, здесь флекс нужен. Хорошо, крафчу, смотри. Один лук. А что так мало? 546. И если еще один сделаю, погоди. 540. Ага. Хорошо, по 4 штуки, нормально. 4, ну так и написано, 4 SP. Короче, сделаем здесь немножко этих луков. Наверное, сделал Wooden Arrow, так, погоди. Сколько я там штук сделал? Давай, пусть будет побольше. И после этого, нам нужны не Wooden Arrow, а нужны вот эти вот обычные Arrow, которые, блин, ну, можно же было повыше это поставить. Хорошо, крафтим побольше здесь, само собой. Можно натыкать там на Shift. Shift-Alt to craft all amount of items. Shift и Alt. А, как оно работает-то? А ну-ка давайте глянем. Блин, ну, можно же было сделать, чтобы один раз нажать, и оно там это вот увеличивается. Не, надо кликать мышкой. Надо ломать мышку, само собой. 50 стрел, мне кажется. Не-не-не, давай 60 стрел сделаем. Смотри, он сейчас делает 60 стрел. И каждая эта вот стрела стоит 1 XP скиллпоинта. Это круто, то есть 1 скиллпоинт. Смотри, здесь, короче, все спят, потому что как бы... А, не спят, они отдыхают просто, понятно. Тут 4, 5 человек все-таки. Да, поэтому было написано, что этот лагерь у нас перенаселен. Вот именно этот лагерь. Написано 4, но там было 5 из 4. Хорошо, даем им, значит, что мы даем? У меня был... А инвентарь, где мой инвентарь? Это мой инвентарь. Даем им, короче, один лук. Не, давай. А что такое regular? Hunter's Bow. Не знаю, допустим, даю один, второй, третий, четвертый. И все, пока что хватит. 4 лука им дал. Я не знаю, как они это как бы одевать будут. То есть они сами возьмут или их надо, как-то не знаю, вооружать что ли? Хрен узнает, давайте еще откроем. И из моего инвентаря также я им дам Эрос. Кто там пьет-то, а? Эрос. Сколько там дать-то? Как это можно? Shift-Alt. Не все, блин. Твою ж налево. Я не все хотел. Стой. Не надо. Где? Эрос, тейк. Все возьму. Себе это так не делается. Не. Смотри. All amount of it. Я хочу посчитать, сколько так. Shift. Или альт? Да, альт. И вот так вот 50 штук, да? Так уж и быть. 60 стрел отдам им. Теперь, смотри, я им дал все, как бы. Этот маленький лагерь, у нас есть лагерь побольше, само собой. Смотри, один. Спит, два, три, четыре. Пятый спит здесь. И шестой вообще стоит. Я не понял, почему у вас здесь 6 человек? Чего, с тобой общаться можно? Очень странно, в этом лагере написано 4 из 4. Короче, его срочно надо апгрейднуть. Но мне нужен этот гребаный борпелт. Кабанчик. Кабанчика я здесь вообще не видел. Так что, все, короче, хрен с ними. А чё хрен с ними-то? Чё вы там пьете? Как их вооружить-то? Я могу выйти, смотри. Смотри. Можешь? А! Прикинь. Как волк. Что, нельзя? Давай. Нормально. О, смотри как, они вооружились.
Смотри, у этого лук, у этого лук. Там еще один гуляет с луком. Нормально, вооружились. Сейчас чисто ради интереса я могу просто глянуть, если в этом лагере остались еще луки. Луки, луки. Hunter's Bow. Да, остался только один лук. Не, или осталось три. Да, это этот. Стрелы есть. Не знаю, я три лука, короче, здесь еще вижу. Может быть, считается еще и луки, которые... Ну, даже те, которые уже одеты на них. Хрен его знает. Ну и раз, кстати, у них есть уже луки одеты, дайте мы дадим ему немножко этого задания на добывание. Сейчас найдем. Boar Pelt. Есть такое дело. И штук так 100. Да пусть будет, конечно. Один. А чё один-то? Cancel, 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 погоди. Почему один человек? Смотри, погоди, стой. Boar Pelt, секундочку, сейчас разберемся, сейчас все будет. Boar Pelt есть, select item already ordered. Да вообще похер. В смысле ordered? Я же cancel поставил. Так, cancel. Boar Pelt, cancel order, окей. Еще один ордер сделаем. На тот же Boar Pelt. Видишь, потихонечку разбираемся. Boar Pelt есть. И делаем тут 100 штук. А как сделать так, чтобы больше народу там пошло? Не один... Ордер 90... Короче, 94 Boar Pelt'а. Кэмпометр ордер. Овертайм. Чё? Кэмпометр ордерс. Процесс овертайм. Ну, понятно. Camp members can craft only learned recipes. В смысле, мы не можем это сделать, да? Это еще надо учить, что ли? Приоритет ставим. Приоритет. Приоритет. Не знаю, в этом в изучении я не видел, чтобы здесь у нас было где-то такая штука, чтобы я учил Meat Bite, Sound Bite, ну это звуки, чтобы я учил, как добывать кабана. Нет такого. Да, все, короче, вооружились они. Они вооружились все луками, это круто. Я заметил, там они как бы взяли, не все из них взяли хорошие луки, но это уже их проблема. Когда эти вот старые луки у них поломаются, тогда это все и порешается. То есть поломаются старые луки, и они возьмут новые луки, которые мы сейчас сделали. То есть охотничьи луки. Друзья, если кто-то знаком с игрой, напишите, где можно найти этих кабанов, потому что я тупо их не видел. Вообще их не видел. А сейчас мы... Ух ты, здрасте. Ну это же не кабан как бы, да? А у меня сейчас... Он сейчас... В принципе, мне не нужен вот это вот, что там у нас бегает. Оно убежало, да? Да, на охоту здесь ходить почти что как в этом, в Red Dead Redemption. Там что-то просто по-другому. Что ж, идем во второй лагерь, и после этого я пойду... Send group to gather senior. Ага, отлично. И после этого, вот это у нас третий лагерь, который мы захватили. Это что такое? Не знаю. А после этого мы пойдем захватим сегодня вот этот Форт Апач. Прямо сейчас ночью. Сейчас наступит ночь, и все будет обалденно. Почему я сюда пришел? Как бы мне не нужно было... Чё? Слышь, чувак, блин. Эти пушки не для вас, в принципе. Я их для себя держу. Друзья, я знаю, стоять. Я знаю, что у нас как бы есть разработчики, которые смотрят мою игру, да? Один из разработчиков, это я уверен. Есть ли такая вообще возможность в игре, чтобы где-то поставить вот такие же вот вещи, вот как этот вот, эта винтовочка, да? Как можно себе это сохранить? Я понимаю, что это у нас сидело, то есть лежала вот эта пушечка, лежала здесь, в этом лагере. Но, как вы заметили, один из местного лагеря, они убежали, да? Зайчики. Забрал пушку себе. Мне лично. То есть, может быть, я не знаю, может, есть тут возможность поставить табу на какой-то предмет, чтобы они этого не брали, что ли? Вот типа take. Или поставить как бы не брать кнопочку. Было бы круто. Я вижу, здесь у нас есть high quality senior backed bow. Это круто. Дамага делает 79. А то, что у меня сейчас... То, что у меня, да, я дамаг 70. А ну-ка, погоди-ка, маленький ты мой. А ну-ка, дай твой этот синью. Я его возьму себе. Что у меня в инвентаре еще? В инвентаре у меня два лука. Отлично. Почему-то два револьвера. Ну, не револьвера, а пистолета. Так, я этого сюда поставлю. Все, стой здесь.
Что-то у меня слишком много всего тут. 32 калибр и 58 калибр. 58 остается, наверное, здесь. Пусть здесь лежит. Это тоже, наверное... А я не знаю, даже сюда... На. Тоже сюда. Все, короче, да. Все, что у меня сейчас... У меня оружия на это нет. Поэтому я сюда выгружу, чтобы у меня перевеса не было. И возьму, конечно, большого качества. Хорошего качества. Возьму лук. Круто. Чувак, чувак, не бойся, не бойся. Все нормально. Че ты там? Кого-то там увидел. Все пучком. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Смотри. Во-первых, тут сохраняемся. Во-вторых, мы здесь отдыхаем до ночи. И пойдем атаковать. Почему? Эта игра как бы состоит из того, что мы должны вроде бы как захватывать территорию. Эти вот индейцы, коренные американцы, скажем так, пытаются захватить территорию. Но у нас есть еще... Самая главная у нас задача это пока что, ну, Gox Mido Expansion Prevention. То есть нам нужно предотвратить... как его там, экспансию, наверное, вот написано слева сверху, да, одного чувака, но это чувак, вот задание по компасу смотрим, находится на 4300 метров, это гребаные 4 километра, которые для моей лошади сейчас, это слишком много, то есть это очень далеко, и вот этот чувак вот так сильно расширился. Вот именно вот эта вот красная зона, мне кажется, это вот тоже, да? Это все его. Это очень плохо. Вы видите, что тут написано? Gox Mido, этот вот, Good Gathers. И нам нужно туда. А туда я пойду только, если потихонечку буду расширяться. Значит, ставлю сюда меточку. Но ставься, ставься, отлично. И я пошел в одиночку, давайте. Садимся на лошадочку. Этот лагерь врага находится на 300 метров от нас. Кстати, круто, что игра появилась в Стиме, мне кажется, из... Зайчики, здорово. Мне кажется, из того, что игра в... Мы близко. Мне кажется, из того, что игра в Стиме появилась, немножко звук стал громче. Или все-таки разрабы поработали над этим. Бля, это здоровая такая эта вот хрень. А ну-ка, давай я выйду. Главное здесь не сдохнуть. А то это будет капец как... проблематично. Луна есть? Есть. А что у меня еще есть? Погоди, у меня еще пистолет есть. Перезарядись, ты чё? Ходишь так. Я знаю, что я здесь мог прихватить с собой своих дружбанов, чтобы наши эти вот сатрайбовцы, скажем так, чтобы они тоже охотились вместе с нами. Но не охотились, а нападали. Правда, я сейчас не хочу никого убивать. В этом весь нюанс. А может, я себе задачу сделаю? Смотри. Тут же можно, да? Можно себе сделать objective. Понятно. Special, что-то person. Как называются? Fort Apache. С Fort Apache здесь что-то есть? Нет. Нет. И Форт Фетборд. Еще надо его еще найти. Блин, с Фордом Апачем нет никакого задания. То есть я бы мог здесь поставить себе задачу, но не могу, чтобы эти скиллы поднять себе. Где все-то? Тут нет часовых? Быть такого не может. Вообще нет? Это как? Шаткин. И спят. А, все-таки есть. Такс. Блин, их двое. Так, сверху, сверху двое. Сейчас у нас... Понечку. Сзади, короче, надо подойдить. Подходить. С той стороны, не с этой, а с той стороны. Чувак, это куда идет? Хорошо, сейчас мы с другой стороны подойдем, заборчик обойдем. Игра, в принципе, прикольная. Она мне нравится, она мне серьезно нравится. Здесь потенциал прям здоровенный капец. Правда, нужны хорошие люди, которые увидят этот потенциал в игре и что-то с этим сделают. Добавят всякую хрень,
интересную, да, для того, чтобы тут как бы выживать. И она будет вообще бесподобной. Где он был-то? Я помолчу. Там... Твою мать, там тоже есть чувак. Идет, идет, идет. Сюда только не ходи, чувак. Так, потихонечку. Я буду сейчас молчать, чтобы меня как бы не было серьезно так слышно было. Как ты меня видишь, ты чё? Туда идет, куда я думал. Нет, туда. Это очень опасная ситуация. Прям капец опасная. Но поэтому мы и тут пытаемся все это дело пройти. Ну, не знаю. Может быть, как бы здесь можно побыстрее замутить. Но я просто не хочу торопиться. Иначе меня просто убьют и возьмут все мои ресурсы. Здесь нет такого. В игре нет такого. Где они? Он же... Туда ходил. Как их много. Странно. Тоже нет. Он что, спать лег, что ли? Не хочу убивать. Вырубил. Please don't kill me. И вырубаю его. Отлично. Никто не слышал? Как бы это громко было. Давайте. Могу и убить. Please, на самом деле. Me. Могу и убить. Тихо, тихо, убери. Стой. Тихо, тихо, твою мать. Собаки. Придется. Придется. Отлично, 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 отлично. Как же у меня, блин. Чай выпей. Кто-то стреляет. Чувачело. Не попадаешь? Тихо, 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 тихо. Кто там? Но попадаешь же, твою мать! Убегай! Давай, 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 давай! Как ты же медленно бежишь? Это твой скоростной бег? Нормально? Блин, эти еще вырубленные. Они еще могут проснуться. Знаешь что? У меня же пистолет есть. Да, я понял, ты меня услышал. Пистоль есть. В смысле? Че-то пистолет вообще говно собачье, а? Ну сдохнешь ты. Отлично, там еще есть. Вдалеке. Ай, какой я неметкий. Есть. Есть. Далеко слишком, есть. Блин, к корме стамина, к корме, короче, это очень, для кормы это очень плохо. Я всех убил, да? Для кармы это плохо. Смотри, здесь эти лежат. Их вот я убивать не буду. Блин, ну чаек, давайте мы еще чаек выпьем. Нормально, чтобы хпшечка у нас восстановилась. Лутаться. Забираю. Все забираю. И дальше что могу? Убить и могу. И напугать. Напугать, чтобы они отсюда убежали. То есть я их каким-то боком пугаю. Что там он им делает? Как будто я тут массаж делаю, да? И... Пугать будешь, не? Я волков слышу. Давай, убегай. Убегай, ублюдок, сейчас убью, блин. Он с ума сошел, короче. Он так сильно испугался, что прям капец. А твое все я тоже забираю, как бы, да?
Блин, я опять перевешен. Ё-моё, блин. Перевес это заколебал. Intimidate. Давай, intimidate его будем. Ну, вот так вот это все здесь устроено. Я хотел как-то, не знаю, никого не пугать. Но, видишь, третий все-таки проснулся. Я попробую в следующий раз по-любому сделать так, чтобы никто не просыпался. А это будет для меня лично намного приятнее. Но сейчас я всех облутаю. Вот он бегает. Чувак, я тебя убью сейчас. А вот эта вот пушка, вот это вот говно полное. Полнейшее говно. Но патронов нет. А, у нас еще... Да, вот это вот все еще тоже skill points как бы добавляет. Это круто. Это довольно прикольно. Так, возьми обратно, чтобы у нас был наготове. Что у тебя тут есть? Лутаться. Все забираю, вообще все. Я очень бы хотел сделать себе эту телегу. Очень прям хочу. Это первое. Второе, если здесь телеги уже есть, почему их нельзя взять? Я понимаю, что как бы было бы слишком легко, наверное. Но, блин, ну это логичнее, наверное. Все, я забираю все вот это вот говнецо. И домой пойду. Домой пойдем мы. Ираси, у тебя тут на револьвер тоже были, да? Где он? А, один патрон. Тут, кстати, 25 патронов. 25 патронов. Саксон 18.05. Смотри, это дробаш, да? Херазия, блин. Это дробаш. Что у меня еще тут есть? 25 патронов тут. И это вот АНВ Royal 18.01. Я выкинул, что ли? Это какая-то винтовка такая хорошая. Так, секунду. Саксон 18.05, low quality. А дамаг, где дамаг, 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 дамаг? 59. И... Тут еще был один. Дамаг 82. Тут саксон 18.05, дамаг 59. Такс, и здесь какая-то... дамаг 140, ерази. Вот тут дамаг 100. 140, это крутая винтовочка уже. Это уже покруче, я даже его заряжу. А, она медленная, я понял. Да-да-да, тут дамаг хороший, но она медленная. Почему-то я стрельну... Ё-моё, какой у меня перевес жесткий. 90 килограмм из 40, хорошо. Да, мы с этим лагерем, с этим фортом уже все сделали. То есть мы его убрали. Правда, чтобы захватить территорию таким же образом, да, вот как здесь, что-то нам нужно еще тут сделать. Мне кажется, вот этот аутпост взять и этого тоже забрать. Теперь на лошади мы с вами никак не сможем садиться, сесть, то есть на лошади я не смогу. Потому что у меня перевес. До моей базы. Сколько у нас до своей базы, чтобы я тут выгрузился? 250 метров. В принципе, нормально. По одной секунде. 1 метр, 1 секунда. То есть я могу туда дойти. Да? Я вас... Не, я хочу их все-таки облутать. Всех. Туда пойду, когда всех облутаю. Пофиг на скорость мою. Угу, это у нас последний, который здесь лежит. Что просто тела не пропали. Саксон 18.05. Блин, ну если мы такие пушечки возьмем, потом, если у нас будет возможность скрафтить такие патроны, то, мне кажется, со своей армией индейцев я много чего сделать смогу. Блин, как же медленно ты ходишь. Нужно напрямую ходить, без поворотов, а то он в поворотах очень медленный. А этого я лутал? Да, этого я лутал. Что можно с лошадьми делать? Я понимаю, что моя лошадь вот там, вот в кустах, через 8 метров стоит. Я их могу взять? Как бы... Да, нельзя, потому что, во-первых, мы перевешены, то есть перевес у меня жесткий. Ой, я вроде спрашивал, уже вроде спрашивал, и разраба спрашивал, и вас тоже, друзья мои, спрашивал в комменты. Кто знает, как... Я понимаю, что как бы лошадь мы томить можем. Я уже томил уже лошадь, но она не оставалась на базе. Она пропадала. Мне потом писали, что нужно на них ставить свой штамп. Типа там рисунки, как на своей лошади есть, да? Какой-то там, ну, эту метку. Как это сделать, чтобы лошадь была твоей, чтобы она, ну, оставалась в лагере?
Да, уже 140 метров осталось. Можно и пешком, конечно, все донести. Но дело в том, что в игре 100% есть телега. То есть ее можно как-то скрафтить. Я это еще не увидел. Но, скорее всего, мысль такая, что нужно апгрейднуть свой лагерь до такой степени, чтобы он мог телеги строить. Ну, эти, как их? Ну, телега, короче, для лошади. Повозка. О. Здорово, чунгачкуки мои, или как вас там называют в комментах-то. Этот с пушенцей своей, этот зарядку делает. Кстати, я показывал, как зарядку делать, знаете где? На канале у нас ВК. Есть же ссылочка в ВК, ВКонтакте, как бы, да? Нашей группы. И там есть чувак, мистер Бим зовут его, который показывает, как нужно делать зарядку. Так что заходим в ВК, друзья мои, и само собой учимся. Учимся у специалистов, как зарядку делать. Так, что у нас тут? Это у нас это у нас то, что у меня в инвентаре. В инвентаре у меня много чего. Вообще много чего, но я сейчас все оставлю, потому что у меня перевес, и надо еще забрать. С этого лагеря еще нужно облутать все ящики. Смотри, сколько мы взяли. С таким арсеналом всю карту, блин, можно захватить. Мне кажется, этот стал еще больше за это время. Хрен знает. Сейчас разгружусь. В принципе, я не хотел бы этот маленький лагерь ставить. Давайте его поставим в лакной пак, потому что это мой основной лагерь, самый здоровый. Пока что у реки, кстати, мне река же нравится. Поэтому мы туда засунем эти вот пушенцы и все прям. Можно на такую даль? Можно, работает. Отлично. Все, короче, оставил себе только немножко чайку. Да, чаючек, синю бэкт боу и все. Да, оставил себе только чуть-чуть. Потом иду к своей. Где моя лошадь-то? Ага, иду обратно в лагерь. Сейчас залутаю весь лагерь, который там есть. А че? Да, можно было на лошади. Но у меня же там лошадь тоже своя как бы есть. Поэтому надо ее брать. Пока что в игре нет возможности. Допустим, я оставил же там лошадь. Но на самом деле я бы мог взять лошадь с этого лагеря. С моего, да? От моих этих компаньонов. Пойти туда, то есть побежать до своей лошади, до первой, которая там стоит, и позвать ее за себя, за собой. Но это еще в игре не добавлено. Так что, господин разработчик, который смотрит у меня видосики по этой теме, был бы признателен, да, наверное, не только я, наверное, все были бы признательны, если такое добавили в игре. Было бы вообще очень круто. И еще очень круто было бы, мы же сейчас захватили эту зону. Почему нельзя вот эту вот зону, вот это вот, да, полностью взять себе? Я понимаю, что по карте как бы нарисовано, что мы как бы, ну, well protected settlement fort, короче, что мы его, ну, обчистили, да, мы его обчистили. Вот крестик стоит, как и здесь, да. А почему эту зону нельзя себе взять? Смотри, трупы еще остались, прикинь. Круто. Давайте глянем, что тут у нас есть. Ух ты же, елки-палки, как же всего. Блин, ну это немного как бы все, что тут есть. Но тут все-таки вещички какие-то есть. Это радует. Да, тут запчасти разные. Надеюсь, что в лагерях нет у нас такого лимита на, не знаю, на вес, на всякую такую хрень. Надеюсь, что это все как бы вместится в наш лагерек. Тут все ящики лутабельны, все прям. Поэтому и задается вопрос, почему? Тут прям здесь прям есть винтовка, то есть пистолет, прикинь. Револьвер. Поэтому появляется вопрос, почему нельзя сразу же сделать эту гребаную повозку? Ну или взять эти вот, которые тут у нас есть. Даже повозка лутается, офигеть, а? Это прикольно. Вот этот, кстати, да, молодцы, что так сделали. То есть много лута в игре есть. Weapon Blueprint. Опля. А ну-ка секунду, это... From this blueprint you've learned how to craft. Ты из этого блупринта... Это схема, короче, как можно скрафтить Саксон 1773 Navy Pistol. Я уже научился, да? Ну-ка, давайте глянем. Крафт. Да, я могу уже крафтить Смит Рассел и Саксон, который дает 110 дамага. Это дает 85 урона. Хорошо. Хорошо, правда. Дальность у него так себе, запчасти для него... У меня еще как бы не имеются. Это лутается? Это не лутается. Прыгать вообще может мой перс? Не, мой... А, я могу и так делать. Я забыл про это. Вот так вот нужно уворачиваться от пуль. Ну что ж, друзья мои, на этом, мне кажется, мы заканчиваем сейчас. Я вам
не хотел, так сказать, вытянуть серию прям, чтобы она была там до 40 минут. Плюс-минус пообщались. Как я уже говорил, очень хотелось бы сделать возможность позвать лошадь за собой. Ну, или другие лошади. Или если ты, допустим, сел на лошадь противника, чтобы она реально оставалась уже твоей. То есть это твоя лошадь, как бы она тебя признала и так далее. Это было бы тоже круто. Лошадь позвать за собой было бы офигенно, да? Чтобы сесть на чужую лошадь и свою тоже позвать. И что там я хотел еще? А, еще момент был такой, типа, место личное для себя. То есть, чтобы я туда складывал свои предметы, чтобы мои сатрабовцы не забирали их. Это было бы тоже очень круто. Ну, а на этом, Lac Noi Pack is overpopulated. Написано, что наш этот лагерь... Перебор народа здесь 9 из 8. Его надо тоже апгрейднуть. Для этого нужен Boar Tusk какой-то. 20 штук. Stag Spelt. И Buffalo. Нихера себе, буйвол. Кожа буйвола. Всего этого у нас, само собой, нет. Я тут задание поставил им, да? Boar... О, добыли! Приколись! Добыли Boar Pelt. Добыли этот, кабана, шкуру кабана. Где апгрейд? Но надо 10. Ну, до следующей серии 100% они еще наберут немножко этого... Boar Pelt, ну, шкура кабана. Дерево у нас будет, синюю есть, и флекс тоже есть. И мы сделаем апгрейд этого лагеря, сделаем апгрейд, само собой, этого лагеря. Но здесь Boar Pelt не набрали. Это плохо. Что ж, друзья мои, на этом заканчиваем. Если вам все понравилось, ставьте пальчики вверх. Если меня услышали разрабы, то, что как бы было до сих пор, это было как бы так, то буду признателен, если что-то типа этого всего добавят в игру, чтобы было легче играться и играть. И на этом все. Всем удачи и всем пока. Че у меня по весу? Да, так себе. Можно было еще что-то облутать, но здесь уже ничего не лутается. Хотя кое-что еще есть. Да, вот эту вот зону можно ведь, правильно, забрать себе. Почему бы и нет? Такой офигенный форт. Why not?